Ты считаешь, что молодежи надо про это знать? Ну, знать надо, а там дело каждого, что с этим делать. Молодые люди сегодня, должны ли они планировать? Рано уже в связь половую вступают, может быть и правильно. Люди должны все знать и вовремя знать, и тогда они могут сориентироваться, так или не так. Сегодня все больше молодых семей начинают планировать первого и второго ребенка. А как вы относитесь к планированию семьи? Тоже положительно. Положительно. Это разумно. В связи с тем, что нынешняя молодежь начинает рано половую жизнь, я считаю, что лучше, по крайней мере, может, кто-то задумается, кто-то, ну, рано или поздно все-таки начнет защищаться. Я думаю, в целях сохранения здоровья и, ну, незапланированных каких-то вещей, думаю, в принципе, да, но фанатично к этому относиться не стоит. Надо об этом задумываться уже серьезно, потому что заболевание, количество заболеваний растет, контролю это поддается мало. Да, это очень важно. Говорят, что сегодня пользоваться контрацептивами – это дорогое удовольствие. Вы как считаете? Ну да, цены выросли. Я тоже считаю, что дорого. Должно быть дешевле.